Всем привет, дорогие друзья! С вами Меридар, с вами Диабло. Великое и ужасное, не знаю, кошмар моего детства. Просто потрясающая игра. Но это не обычная Диабло. Это так называемая Диабло HD, HD мод, Бельзебул. Вот, и давайте приступим к знакомству с этой обновленной игрой. Так, сингл. И здесь добавили парочку героев. Ну, во-первых, это барбарианин, да? Некромонсер, да, тоже его не было. И ассасиночка. Ну, в принципе, прикольно. Но я все-таки люблю классического воина, рогу и визарда, да, Саркариас. Так, ну давайте заходим непосредственно в саму игру. Как я уже сказал, это обновленное Диабло. Так, что-то я этот звук не особо слышу. О, наверное, так вот получше будет. Обновленное Диабло, самая основная особенность этого мода в том, что здесь, ну, HD мод, да? Здесь можно разрешение из стандартного 800 на 600. Так, это же перегнул. Сделать максимальное разрешение для своего. Это вот так вот будет выглядеть. Много ретекстур, косметических изменений. Видите, здесь появился такой восклицательный значок. Можно с Пиппином поговорить. Так, появился также сундук для обмена шмотками между персонажами. Да? То есть много стэшев, что очень-очень классно. Постоянно этого не хватало. В оригинальной Диабле вообще сундука не было. То есть все, что влезало в этот вот инвентарь, да, чем богаты, тем и рады. Вот, появился портал, waypoint, да, путеводная точка. Вот, и по мере открывания, по мере спускания наше все глубже и глубже подземелье под Тристрамом, вот, будут открываться путеводные точки. Так, ну, не знаю, я все-таки люблю играть в стандартном разрешении. Не знаю, как-то это милее, что ли. Вот так вот. Вот так вот. Так, ну давайте спустимся, покажу само подземелье. Что прикольно, сделали. Во-первых, над мобами, видите, вверху появляется полоска их хипарей. Так появляется урон и опыт, который выбивается, да, из них. Также добавили шмотки, да, кое-что убрали. Ну, не убрали, кое-что добавили, кое-что немножко перебалансили. В принципе, я очень доволен. Ого! По-моему, раньше ловушки так не били. И, блин, вот я поиграл немного. И, да, это то же самое Диабло. То же самое Диабло, в которое я играл там в начале 2000-х годов. Это просто, не знаю, это просто космос был. Кстати, к слову говоря, когда первый раз я только увидел его, это было дело у друга на Соньке первой. Да, мы, короче, частиком вместо уроков ходили рубать к нему на Соньке. Вот, и первый раз оно мне не понравилось. В то время я, ну, опять же, у него или у себя на дендике играл там в какие-нибудь стрелялки, в какие-нибудь там Mortal Kombat, да, там резиденты всякие, такое что-то там, как-то медаль за отвагу, такое, чтобы действие происходило. А тут я думаю, что-то какие-то маленькие эти чувачок что-то бегает в деревне, что-то вообще не понимаю. Вот, а потом он такой, дружбан там, говорит, да ты чё? Да давай, это самое. Все, вручает мне второй джойстик. И на Соньке очень прикольно было это реализовано. Как бы был один, ну, телек же, да, один экран и два персонажа. То есть, если, скажем, один оставался в углу, да, то другой вот дальше этого угла никуда не мог пробежать. Вот, и мы, короче, он любил играть за лучницу, вот, а я за вот этого самого воина. И мы с ним, короче, там, плечо к плечу, спина к спине, прорубались через полчища этих демонов.
И вот, поиграл, наверное, полчаса, и прям, вот это да. Я по этим самым, под впечатлением находился, наверное, ну, целый вечер, целую ночь, целый день следующего. Целый следующий день, да? И все, и к страже там после уроков, или вместо них, мы бежали к нему рубать. Во второе, ой, в первое Диабло. Так, ну здесь вы видите, ого, что, ого, что усилили мобов. Они и раньше-то не подарок были, а сейчас ловушки намного больше дамагут. И мобы сами. То есть вообще не это самое, не расслабишься. И вот, не знаю, наверное, ни в одной игрушке нету такого вот погружения, такой атмосферы, как в Diablo 1. Вот не знаю, может это воспоминания детства, да, такие первые эмоции, первые впечатления. Но вот нет ничего, наверное, страшнее для меня. Это вот как спуск в эти подземелья, да? Все глубже и глубже, все страшнее и страшнее. Именно что такое. Такой хоррор, хоррор настоящий. И так вот, синяя шмоточка. И помню, тоже было сколько счастья, когда ты находил какую-нибудь типичную шмотку, какой-нибудь лук, там, с плюс 10 ко всем характеристикам. Да. Еще на Соньке было прикольно, там же такие, типа, карты памяти, да? Постоянно они забивались, постоянно нужно было перезаписывать. Эх. Здорово. И вот, и тут я узнаю, ну как, я знал вообще давно, что будет этот HD мод. Его давно анонсировали. Вот, а тут что-то думаю, ну пора бы уже. Пора бы уже выпустить. Вот, смотрю, он доступен. В принципе, побегал так вот, ну, порядочно. Никаких ни багов, ни вылетов, ничего я не заметил. Так, что мы там качаем? Давайте Виталити, наверное. Что-то меня просаживают. Так, карта. Квестики наши. Можно что-нибудь написать. Тима. Ну, это самое, из минусов. Мультиплеер вроде еще не допилили. Или, по крайней мере, я не разобрался, как это делается, да? Инвентарь, в принципе. А, добавили вторые. Блин, или были вторые руки? Вот хоть убей, не помню. Ладно, потом увижу, скажу. Да, тут, в принципе, что не поменяли в плане ношения экипировки. Ага, кнопочка меню. Так, ну давайте еще походим, побродим. Вот, ломается наш инвентарь. Хотя мне, в принципе, наверное, больше второе все-таки нравится. Вот, ну, знаете, не то, что больше нравится. Все-таки Diablo 1 и Diablo 2 вот для меня занимают первое место. Да? Вот представьте, вот эта игрушка. Блин. По-моему, в 96-м году она вышла. Да, если что, поправьте в комментариях. По-моему, 96-й год. Или 98-й. Короче, для того времени это была просто бомбезная графика. Ничего подобного не было. Такой, ну, не то чтобы сказать открытый мир, но свободные локации. То есть можно было ходить, исследовать, пробираться в эти библиотеки, да, встречаться с боссами. Вот для меня мясник, да, fresh meat. До сих пор не знаю, от этой фразы кровь стынет в жилах. Или помню, как тоже к этому Клеорику заходишь в склеп, он такой, тепло жизни осквернило мою гробницу, или что-то такое нарушило мой покой. И это просто пипец. Просто тогда хотелось, не знаю, ого, бросить джойстик и немножко отодвинуться от телевизора. Так. И, кстати, в этой модификации, если я все правильно понимаю, скелеты, ну, вообще, мобы научились открывать двери. Раньше какая острота была?
Короче, подбегаешь к двери, да, к таким, к решеткам. Вот. Обнаруживаешь, что тут такая вот толпа стоит, закрываешь двери и через решеточки спокойно их распуливаешь. Вот здесь такую фишку пофикс. А, смотрите, вообще дверь нельзя закрыть, да? Блин, я помню. Ого, еще двое. Видите, не закрывается. По-моему, некоторые закрываются. Ой, золотая шапка. И вот эти вот библиотеки и алтари, это просто когда ты их находишь, ты вот лутаешь каждую стоечку, каждый шкафчик, в надежде, что тебе выпадет что-нибудь страшное там. О, книженцы. Charge Bolt. Так, что там забилось? Так. О. Оп. Оп. Или эти самые алтари, да, подходишь к ним. И раньше неизвестно было, что этот алтарь с тобой сделает. То есть мы вели такой блокнотик, да. Вот сначала переписываешь все свои характеристики. Вот, а потом тыкаешь по этому алтарю. И что изменится, ты потом хоп, в блокнотик записываешь. Короче, эх. Эх. Было время. Не то, что сейчас. Где можно там, не знаю, одной рукой играть и выигрывать. Вот мы дошли до второго уровня. Ну что ж, это было такое ознакомительное вступление. Может быть, я запилю серию прохождения по этому моду. Тряхну стороной. Короче, ребята, если кому, ну, интересно, пишите в комментариях. Будете ли вы смотреть, не будете, да, интересно вам это или нет. А с вами был Миридар. Играйте в хорошие игры. До новых встреч. Пока.